Необходимо усилить санкционное давление на Россию в связи с массовыми нарушениями прав человека и вмешательством в выборы в США. Такое мнение высказали участники мероприятия, посвященного ситуации в области прав человека в России, который состоялся в центре «Атлантический совет» в Вашингтоне. Как сообщает Вашингтонское бюро CBC, сенаторы Марко Рубио из Флориды, сенатор-демократ Бен Кардин из Мэриленда и российский диссидент, заместитель председателя оппозиционного движения «Открытая Россия» Владимир Карамурза выступили с докладами, в которых отметили, что США должны содействовать демократическим институтам и верховенству закона. Российский оппозиционер Владимир Карамурза призвал американских законодателей продолжать поддерживать демократическое движение в России.